морями, а так хочется поплавать и понырять. Спа-бассейн Академии здоровья ждет вас 7 дней в неделю. Зона для свободного плавания, гидромассаж, водопад для вас и мелководная зона для ваших малышей. Записывайтесь на сайте онлайн или по телефону 40 10 50. Здравствуйте, вы смотрите прогноз погоды на ЗАП ТВ. Спонсоры прогноза погоды – инновационная клиника Академия здоровья и салон головных уборов «Норка». В четверг, 22 сентября, переменная облачность, небольшой дождь. Ветер западный – 3 метра в секунду. Температура ночью – плюс 3, плюс 5, днем – плюс 14, плюс 16. Атмосферное давление достигнет отметки 703 миллиметра ртутного столба и в течение суток будет слабо падать. А пока о погоде это все. Хорошего дня и до встречи в эфире. Шапки для мамы, для папы и для меня. Салон головных уборов «Норка». Улица Амурская, 103.